Агент, ты свою раскладушку прямо у двери поставь. Понял? Все равно ведь ночью будешь приходить. А нам, смотрю, в 6 часов подниматься. И чоботы свои в коридоре снимай. Ладно. Ген, я вот думаю, я помру. Кому эту коллекцию оставить? Тебе или кружку? Вон той школы, если кружку. Ой, надоел ты со своими самолетами. Всю жизнь на них извел. Чего это ты сегодня, Ген? Поешь, добрее будешь. Не хочу. А зачем картошку варил? Слушай, отстань ты со своей картошкой, а? Всю жизнь со своими игрушками носишься. Ни черта больше. Я, между прочим, 25 лет на одном месте отработал. И без единого выговора. Ну и что? Много наработал?